Сэм Шрайбер находилась в кресле салона по укладке волос Драйбар в Лос-Анджелесе, в то время как кто-то с ресепшена подошел к ее стилисту с тревожными новостями. Женщина пытается расплатиться за укладку наличными деньгами. На мгновение в зале возникла полная тишина, рассказывает 33-летняя мисс Шрайбер. «Все больше и больше предприятий, таких как Драйбар, не хотят иметь дело с вашими деньгами, по крайней мере с бумажными. Это может показаться странным для тех, кто не готов к такому. В конце концов, вы не можете вернуть назад укладку волос, салат или напиток, который уже выпили». Прошлым летом 30-летняя Жаклин Бестон посетила ресторан «Свит Грин», расположенный недалеко от офиса, где она работает в городке Рестон, штат Вирджиния. Когда ее заказ был готов, и она попыталась оплатить покупку, кассир сообщил ей, что они не принимают бумажные банкноты. Сеть закусочных «Свит Грин» перестала принимать наличные практически во всех своих точках. Большинство ресторанов здорового питания «Dig In» также не примут у вас наличные. В январе 2018 года Starbucks перешел на безналичный расчет в Сиэтле. Также поступили некоторые пабы в Англии. По сообщениям Times, крупнейший онлайн-ритейлер Amazon планирует открыть до 3000 безналичных продуктовых магазинов на основе искусственного интеллекта к 2021 году. Amazon также вводит подобную практику в своих книжных магазинах, например, в городе Уолнат-Крик в Калифорнии, где уже невозможно расплатиться наличными деньгами. Практика отказа от наличных денег стала достаточно распространенной, чтобы привлечь к себе внимание американских юристов. Несмотря на популярность операций по дебетовым и кредитным картам, многие люди по-прежнему расплачиваются за покупки реальными деньгами. Согласно данным веб-сайта Федерального резерва, хотя на денежных знаках США и напечатана фраза «Эта банкнота – легальное средство оплаты всех долгов общественных и частных», на деле не существует ни одного федерального закона, в котором говорится, что предприятия обязаны их принимать. На данный момент Массачусетс – это единственный штат, который обязывает ритейлеров принимать наличку. Как сообщает Гаарец, с января 2019 года Израиль начал ограничивать оплату наличными деньгами в стране. Ограничение касается всех коммерческих операций и является частью пакета законов, принятых в прошлом марте в Кнессете, с целью снизить использование наличных денег в экономике. Закон устанавливает ограничение в 11 тысяч шекелей, около 3 тысяч долларов по сегодняшнему курсу, или 10% от суммы, в зависимости от того, что ниже, для операций с наличными, в которых участвуют предприятия. Оно может быть снижено до 1500 в 2020 году. В случае с недвижимостью закон устанавливает ограничение доли наличных в 10% от общей стоимости сделки. Наличные операции между частными лицами, например, покупка подержанного автомобиля, будут ограничены до 13 тысяч долларов и могут быть снижены до 4 тысяч. Покупателям также придется раскрыть источники своих доходов. За несоблюдение предусмотрены штрафы, а любое мошенничество уголовно наказуемо. С июля 2019 года Австралия запретит использование наличных денег для всех покупок стоимостью более 7,5 тысяч американских долларов. Австралийское правительство Либеральной партии анонсировало, что покупка чего-либо стоимостью более 10 тысяч австралийских долларов с помощью наличных будет незаконна. Правительство заявило, что это послужит мотивацией к переходу к цифровому социуму и снизит уклонение от уплаты налогов. В ноябре 2016 года Индия начала свой отказ от наличных за счет вывода из обращения 86% своей валюты, запретив использование купюр в 500 и 1000 рупий в качестве законных платежных средств в рамках борьбы с теневой экономикой и уклонением от уплаты налогов. Банк России и Минфин обсуждали ограничение расчетов наличными за крупные покупки еще в 2012 году. В 2017 году заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова назвала максимально быстрый переход к электронному обращению денежных средств в России одной из задач регулятора. «Я абсолютно уверена, что мы пойдем по этому пути», — заявила она. Возможно, правительства частично или полностью уйдут от оборота наличных денег уже в течение следующего десятилетия. Ни для кого не является загадкой, к чему все это приведет.